Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня разберем взятие на грудь с виса. Данное упражнение используется для наработки мощного и скоростного подрыва, и также оно формирует быстрый и качественный уход. Я советую больше обратить внимание и практиковать взятие с виса ниже колен. Данный вариант является наиболее оптимальным и имеет хоть какую-то амплитуду перед подрывом. Все, что выше колен, будет больше напоминать взятие на грудь X. О нем мы поговорим чуть позже. На грудь полуприсед, на грудь низкий сет будут отличаться лишь степенью ухода. В основном все технические характеристики одни и те же. Рассмотрим на примере взятия на грудь в низкий сет. Исходным положением является прямая стойка, штанга в руках. Советую использовать лямки. Из исходного положения плавно опускаем, соблюдая накрытие, штангу до уровня ниже колен. Затем, едва остановившись, резко переключаемся и выполняем взятие на грудь. При взятии на грудь в полуприсед новичкам рекомендую выполнять упражнения с весами до 60% от максимума до 4 повторений в подходе, с вариантом в низкий сет до 80% от максимума от 2 до 4 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Если я был чересчур краток и что-то упустил, то обязательно задавайте свои вопросы в комментариях. Всем желаю здоровья и удачи. До скорых встреч!